Станица Сараевская всегда славилась своей футбольной командой, но так получилось, что долгие годы она не принимала участия в краевых турнирах и первенствах. В этом году эта ошибка была исправлена. Первую игру на выезде «Спартак» провел довольно успешно. Теперь настало время принимать гостей на своем поле. Задача перед командой поставлена, что минимум мы должны попасть в финал. Потому что состав у команды очень приличный. Здесь игроки, все поигравшие и в ПФЛ, и в ФНЛ, и даже в Российской футбольной профессиональной лиге. Поэтому здесь уровень очень серьезный. Задача поставлена, будем к ней идти. На 100% уверен в своих ребятах в их безоговорочной победе над соперником из Забинска и капитан Раевской команды. Григорий Пилипенко убежден, на сегодняшний день его «Спартаку» в профессионализме и сплоченности равных нет. Любой соперник, нельзя его недооценивать. На данного соперника оцениваем как тренировочная игра. Огромное спасибо вообще Станице Сараевской, и что предоставила возможность играть на таком стадионе. Мы непосредственно, я и несколько лиц принимают участие, чтобы содержать этот стадион в таком состоянии. Спасибо жителям, которые приходят за нас, болеют. И ребятам, я думаю, мы вас не подведем и будем радовать вас победами. И действительно не подвели, действительно порадовали. Уже через несколько минут после свистка арбитра, возвестившего о начале игры, мяч оказался в воротах обинчан. Спустя еще несколько минут на табло было уже 2-0. За 90 минут матча гостям удалось забить лишь гол престижа. Итог матча 7-1. Безоговорочная победа Раевского «Спартака». Юлия Сапковская, Андрей Супрунов, Новая Россия.